контролируемый процесс. Подъема, да. Подъем, спуск не всегда. Контролируемый процесс право-лево. Подъем – это воздух зависит. Из-за этого у нас есть такое понятие, как много программ. А когда нет ветра, то есть вообще не летается? Программа одна. На дорогу, видишь, дорога, да? Вот эта тропа, ты мне сказала, вот туда мы летим, и там есть место для приземления, зеленая лужайка одна из, мы там приземляемся. Мы пролетаем водопады и так далее, ну, немножко другое. Если остальные все не поставили. Прикольно, там водопад еще есть. Мы должны сесть на попу. Нет, мы должны, если я не скажу, то сесть на попу, поддержим ноги. Окей. А если вы скажете? Если я скажу, становись немножко, ты выпрямляешься, становишься на попу, и ты отмываешься назад.
Окей. Пока будет купол ложиться, у нас будет темно. Назад. Ну что, какие прогнозы? Мы идем пешком. Идем пешком, идем пешком. Ты еще говоришь, ты боишься, ты, по-моему, самый адекватный пассажир. Какой прогноз на сегодня? Прогноз на сегодня не облачно, ясно. Переменчиво нафиг. Ой. Ясно, ясно. А мы можем до горы до конца добежать еще? А ты хочешь? Так, ножки сейчас вверх держишь, да, и готова, если скажу встать, то встанешь. Ой, мы прям в какашке приземлились. Да. Бомбы здесь, бомбы, мины. Заминировано. Ой, так, мы улетаем. Готова встать? Да. Он уже ждет. Come here, Dani. Let's go back a little. Let's go back a little. Yeah, it's good. We'll be here better. Okay. Wow. Ready? На ноги, да? Да. Еще, еще пока что. Ну держит нас ветер. Что дальше? Daniel? Daniel? That's it. Super nice. So, guys, извините. Что же, ребята, куда вы не грузите? Яна.